Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В доме ветеранов на улице Азина, 10, из-за прорыва трубы затопило несколько квартир. Обращение с просьбой обязать ответственных лиц провести ремонт системы теплоснабжения уже направлено в прокуратуру, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта. Качественного ремонта, расположенной на чердаке трубы горячего теплоснабжения, пожилые люди не могут добиться от управляющей компании более года. Стояк является общедомовым имуществом. Однако, несмотря на сигналы жителей, управляющая компания не приняла мер по его ремонту. От затопления пострадали несколько квартир. Одну из них на последнем этаже дома с июня по октябрь прошлого года трижды заливало горячей водой. В результате в квартире оказались повреждены полы и потолки, частично обои в комнате и на кухне. По подсчетам жителей, ущерб составил более 50 тысяч рублей. В сентябре этого года в результате прорыва трубы кипятком залило несколько комнат в трех соседних квартирах. В одной из них проживает незрячая 84-летняя женщина. Сейчас активисты ОНФ ждут ответа от прокуратуры и оперативного устранения повреждений от управляющей компании. Дайджест недвижимости. Власти намерены снести незаконные постройки в заречной части Кирова. Объекты выявили сотрудники территориального управления по Первомайскому району города в микрорайоне «Домостроитель». В основном это кладовки, расположенные по четной стороне улицы 60 лет Комсомола, от пересечения с улицы Павла Корчагина до дома номер 14. Их владельцы в срок до 1 ноября обязаны снести самовольно возведенные строения. Ранее на объектах разместили информационные листовки о необходимости демонтажа. Однако пока никаких мер собственники не приняли. В случае невыполнения требований теруправления демонтаж выполнит подрядчик, а затем расходы возложит на собственников, уточняется на сайте администрации города. Дайджест недвижимости. Самую дорогую квартиру в России можно снять за 5 миллионов в месяц. Ее площадь более 400 квадратных метров. Внутри есть кинозал, музыкальный зал, 5 спален с отдельными санузлами, а также терраса с видом на центр города. Город, разумеется, Москва. Следом в рейтинге российских регионов с самыми дорогими элитными квартирами в аренду идет Петербург. За 1,5 миллиона в месяц там можно арендовать пентхаус площадью 450 квадратов на набережной Фонтанки. Тройку лидеров замыкает Московская область. В поселке Заречье можно арендовать двухуровневую квартиру площадью 550 квадратных метров за 580 тысяч рублей. В более отдаленных от столиц регионах аппетит арендодателей скромнее. Так, в Екатеринбурге можно снять элитную 140-метровую квартиру за 250 тысяч в месяц. А в Казани за аренду квартиры в элитном комплексе с классическим интерьером просят всего 160 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.